Для оформления биометрических загранпаспортов больше не надо выстаивать длинные очереди. После того, как руководство государственного предприятия «Документ» открыло в Харькове новый зал в Центре обслуживания граждан паспортный сервис в торговом центре «Авиаплаза», сдача документов происходит весьма оперативно. Благодаря открытию второго помещения в паспортном сервисе стало намного легче, быстрее, комфортнее оформить загранпаспорт. Эти удобства уже почувствовали на себе посетители паспортного сервиса. Вместо длинных очередей – быстрое и комфортное оформление. Сейчас очередь очень быстро, буквально 1-2 человека. Мы провели 2-3 минуты, чтобы подождать свою очередь. Таких проблем нету, все проходит быстро, комфортно. Очень быстро, очень комфортно. Мы пришли с двумя детками, оборудовано детскими комнатами. Время минимально занимает, детки заняты. Мы с папой можем спокойно оформить себе паспорт. Сейчас в Харькове в паспортном сервисе обслуживается 300-400 человек в день. При этом помимо харьковчан активно приезжают для оформления биометрических загранпаспортов жители Донбасса и Крыма.